У нас остались только звезды, Хемо. Анг открывает мне твой мир, сын. Его несут течение Нила и воды моря Камыша, за устье ущелий и в бесконечность. Анг носит Сешат, богиня письма. Жена и дочь Тота. Она напоминает нам, что незаписанное перестает существовать. Госпожа дома книг держит тебя на небе, следит за самыми важными свитками. Я храню Ангхра, гора и небо. Он напоминает мне, что мы едины, Хему. Сешат протянула шнур и помогла заложить основание Ангха. Этот символ выжжен черепами соколов на наших крышах и высечен в моем сердце.
Что? Вон там! Это Меджай! Баек! Я его четвертую! Мне не справиться! Они меня знают? Что им от меня нужно? Мне нужна его! Нужно бежать отсюда! Выпотрошу тебя! Ну!
Хему!
Похоже, Симут жил тут. Прибью его! Выпущу тебе кишки! Умри уже! Могу стрелять! Похоже, Симут жил тут. Что? Мы? Тебе здесь не рады! Эй! Вижу врага! Орел! Орел! Он мой! Симут собрал все эти сокровища? Что ценнее этого он мог потерять?
Где-то поблизости должна быть подсказка. Еще свиток Симута. Бешеные псы? А, наверное, гиены. Эй, что? Что?
אך מרו, ג'ד רכה דאבי. Стража держит ухо востро. Сидей! Не тру! Это он кумбите! Его лутри сордина! Bora! Lamas! Thank you.
Мерзкие твари. Они отняли немало жизней. Еще записи Симута. Да, Симут немало повидал. Я найду, где спрятались разбойники. Богиня Нут. Она небо и ночь. Это, по-твоему, весело? Нужно быть осторожным. Эй! Фу! Ну и вонь же тут. Должно быть болото. Он где-то тут. Он внушал восхищение. Мне стыдно убивать такую слабую жертву. Вижу врага! Эй, что? Интересно, каков на вкус жареный орел? А вот и подстрелю! Ух!
Сдохни, тварь! Вижу его! Я вижу врага! Фу! Ну и вонь же тут. Должно быть болото. Он где-то тут. Кости существ из древних времен. Я слышал о таких, но думал, что это сказки. А, конечно. Симут оставил тут свиток. Затопленная шахта? Я так скоро исхожу весь Синай. Симут, что он тут делает? Наконец-то! Мы с Гертой думали, ты пропал! Я блуждал по пустыне, ведомый твоими записями. Я умею писать? Вот диво! Хвала Амону! Ясно помню, что спрятал свое сокровище в сосуд и утопил его в Красном море. Кстати, сосудов несколько, но другие пусты. Найди тот, что мне нужен. Хорошо. Mm.
пусто. Что это? Сокровище? Нашел ее! Мою счастливую лапку фламинго! Лапа фламинго? Это твое сокровище? Идем со мной! Ты заслужил награду! Покажу ее Герти. Помощи от нее не дождешься. Мне кажется, она не верит в то, что лапка счастливая. Герта, добрый господин нашел мой талисман! От тебя совсем толку не было! Делаешь вид, что радеешь о сокровище, а сама думаешь только про свой горб! Нашей дружбе конец! Отдам тебя господину! Может, ему ты будешь лучшим другом? Спасибо. Thank you.
Сюда меня не пустят. Налите, Иви! Стойте! Ora! Ibi ave! Ibi manere! Tranquillo! A sepulcrum! Quando queremos! Quis audibit contra me! Stecore! Et percutiamo, signor! Ibi ave! Ibi manere! Sic! Erum teras! Si ste! Ne tu! E non movere! E te un pedere! Dolite, Ibi! Si ste! Ne tu! E non muovere! Tocchi, bulbo, muori, vermis! Tolite, Ibi! Altimo, ut facem! Si reversus fueris, conemo pro amici! Sed sanguinum, a sepulcrum! Stulti sanguinum, damnosum! Et dabo vosum consumationem! Ego ostendam tibi dolor. Tertium, facit in nunc. Tertium nunc. Sic, recurri al muliero, teras, tante, hola! Enche, apetie, duassa! Tibi ave, tibi manere! E pressure in diamo, signor! Iam duplex! Siste, te tu, et non movere! Pressurus cultus, non diu! Mm-hmm.
Стража держит ухо востро. Здравствуйте! Это же Меджай! Сюда! Много про меня знают. Это правда, Баек? Старый Меджай! Я вырежу ему сердце! Даже наряд не сменил, Меджай! Кого ты ищешь? Отвечай! Или умрешь! Свиток. У их лидера лагерь в пустыне к югу от Синая. Подпись «Тени Скоробея». Что это за охотники?